Доброго времени суток, всем хорошего настроения, друзья мои. Я подвязываю петрушку. Эту петрушку я оставила на семена. И нужно ее подвязать, в кустик ее собрать, чтобы она не упала на землю. Получился вот такой букетик. Семена уже почти созрели, но пусть еще постоит с недельку. Я сейчас нахожусь рядом с сорго. Может, кто не знает, что такое сорго? Сорго – это растение, из которого вяжут обыкновенные веники. Вымахала 2,5 метра, не меньше. Посмотрите. Чем это плохо, что очень высокие выросли стебли? Если пойдет сильный дождь, они все полягут. Но их обвязать невозможно, как я обвязала петрушку. Очень много. Ну ладно, что будет. Может, дождя не будет. А дождь нужен. Небо вроде бы дождевое. Все, смотрю на небо. Хочется дождя уже. Очень жарко. А вот и огурчики. Первые огурчики, которые я садила по второму кругу. Садила их 29 июня. Но они уже не вызывают такого восторга, когда видишь огурчики первые, по-настоящему первые. Видите, какой большой уже вырос. Я даже не ожидала. Первый раз его увидела. Вот еще один. И завязи очень много. Ну, пусть растут. Я поливаю розы. А то каждый день нам синоптики говорят, завтра будет дождь. Дождя нету. На следующий день снова завтра будет дождь. И так уже на протяжении недели. Все обещают дожди, а дождей все нету и нету. А я вижу, что розочки уже начали желтеть. Поэтому я срочно поливаю розы.
Может, полью, и дождь пойдет. Было бы классно. Розы начинают цвести по третьему разу. Видите, сколько бутончиков. И эта розочка выпустила бутончики, но она почему-то очень сильно пожелтела. Я не знаю, наверное, нужно удобрять. И здесь бутончики. Розы, невзирая на такую жару, решили цвести еще по третьему кругу. Хосточка зацвела. Но хосточку начали есть какие-то жучки. Не уследила я, не побрызгала вовремя. Жалко, конечно. Видите дырочки на листиках? Кто-то ее грызет. Хочу вам показать свое опытное поле. Каждый год на этом своем опытном поле я делаю какой-нибудь эксперимент. В этом году я посеяла на поле помидоры, прямо в лунке, семенами. Эксперимент оказался не совсем удачным, потому что первое, что я неправильно сделала, я посеяла лунки очень далеко друг от друга. Это первое. И второе, я в каждую лунку положила всего по две семечки. И хотя всходы были очень дружными, но весна была капризная. И мои маленькие помидорки, всходы, они не дожили до тепла. Погибли, конечно. Осталось очень мало. По-моему, из 50 кустиков осталось всего 8 кустиков. Хотя помидорки здесь очень даже хорошие. На кусте тоже немало. Видите? А на этом кустике вообще много помидорок. На этом кустике очень маленькие помидорки. Но сюда разрослись тыквы. И они заглушили эти кустики. Вот такой мой неудачный опыт. Хотя, говорят, неудачных опытов не бывает. Потому что отрицательный результат – это тоже результат. Хотела вам показать красивую птичку. Сидела на орехе и пела. Но пока я достала камеру, она, конечно же, улетела. Я сегодня почти целый день была занята нутом. Во-первых, нут уже созрел, начал осыпаться. А во-вторых, синоптики передают, что с завтрашнего дня у нас будет дождь на протяжении 3 или 4 дней. Но неизвестно, дождь будет или не будет. Но я все-таки решила убрать нут. Сначала я на поле его вырвала, а потом перенесла вот в тенечек под орех. У нас сегодня такая жарища, просто неимоверная жара. А сейчас сижу и обрываю вот эти коробочки. Вот так выглядят эти коробочки. Вот так выглядит нут. Многие знают это растение, как горох. Он еще называется турецкий горох. Ну а по-научному его называют нут. Нут очень полезный продукт, но у нас почему-то его очень мало употребляют в пищу. Он очень дорогой. Я сегодня даже поинтересовалась. В супермаркете 400 грамм нута стоит 20 гривен. Это очень дорого. День подошел к концу, уже 8 час. К вечеру разлаялись собаки. Смотрю на небо. С одной стороны небо вроде бы дождевое, но закат дождя не предвещает. Наверное, все-таки дождя не будет. Друзья мои, а с вами сегодня я прощаюсь. Спасибо вам большое, что вы провели этот день со мной. Желаю вам всего самого лучшего. До свидания, до новой встречи.